Семье сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей, предоставили новую квартиру. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов передал вдове Магомед Тагира Тагирова документы от новой квартиры в Махачкале. Отмечу, что глава ведомства поднял вопрос социальной поддержки семьи, оставшейся без кормильца. Министр пообещал и в дальнейшем оказывать им поддержку. В Дагестане есть такие люди, которые, зная об этой проблеме, которая есть в МВД, в том числе с обеспечением жильем семей погибших сотрудников, сами инициативно приходят к нам и при этом вдвойне благородство проявляют, даже не хотят, чтобы их обозначали. Приобретена ими квартира, достаточно хорошая, здесь в центре города –